Я уже понял, как ты нападаешь. Я так не думаю. Ведь ты уже попался в мою ловушку. А для ребенка ты неплох. Что? Но как? Я же сказал. Я понял, как ты нападаешь. Учиха какая-то. Чёртов учиха! Ассаламу алейкум, здравствуйте, братья и сестры, с вами Коча ТВ. Сорян, что сижу перед вами в солнцезащитных очках, так как я уже ранее говорил, что мне делали операцию на глаза, и пока что я плохо переношу свет. Но это нормальное явление, тем более все мои глаза в крови, и думаю, зачем вам это видеть, потому что зрелище не из приятных, не хочу вас пугать. Ну и хочется сказать пешки-хейтеру, я уже знаю, как ты нападаешь. Вот как у нас любил говорить сам Учиха. Так вот, я, честно сказать, не удивлен. Я ожидал, что именно так, пешка, ты поступишь. Но проблема в том, что разоблачая, разумеется, в кавычках, разоблачая меня, ты сам не понял, как разоблачил свою же Бородкину, Надежду Михайловну. Сейчас я тебе все это объясню. Ребят, наверняка вы теперь уже поняли, почему я с самого начала не показал материалы уголовного дела. Я очень сильно хотел, чтобы сам Пашка все это нашел и сделал свое говноразоблачение. А именно, да, как он сказал, что вот, ребят, да, как бы Бородкина ни в чем не виновата, и в этом ничего такого нету, что она защищала наркодилеров, что она была адвокатом наркодилеров группировки. Я, честно сказать, Паша, не удивлен, да, особенно как ты пытался меня обосрать, да, типа, вот как не стыдно, Коча, кого он там защищает, а Бородкина молодец, она сделала этим наркодилерам минимальные сроки. Ну, конечно, молодец. Теперь уже поздно будет говорить, что речь была о другой Бородкиной, потому что мы все прекрасно понимаем, что речь идет о нашей Надежде Михайловне Бородкиной. Это не какие-то не однофамильцы, да, что типа потом будут люди писать, да нет, это не она, потому что вам уже и фотки были показаны совместные, и голосовые. И единственное, что я хочу сказать, когда мне Тамила скинула материалы уголовного дела, и, Паш, там далеко не 8 страниц, лучше спроси у Бородкиной, сколько там страниц, она наверняка все это прекрасно знает. Я сразу же Тамиле сказал, что я никогда не буду защищать наркодилеров, да, и она начала диалог с того, что его мужа подставили его же друзья, которые как раз-таки занимались вот этим дилерством, да, распространяли наркотики. И наша, скажем так, храбрая, разумеется, в кавычках, Надежда Михайловна пошла защищать этих уродов, которые губят нашу молодежь. И я, знаете, в своих старых видеороликах еще до темы Влада Бахова говорил, что адвокаты, которые защищают убийц, педофилов, маньяков и, конечно же, наркодилеров, это уроды. Так что, Бородкина, спасибо, что вы подтолкнули пешку, чтобы он вас же и разоблачил, потому что, ну как бы уже поздно теперь говорить, что, да блин, мы имели в виду другую Бородкину. Нет, ребят, уже не прокатит. Теперь, что я вам показываю, да, и часть из его эфира. Какой же он лицемер. Распространение, да, как там, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, организованной, лицом с использованием своего служебного положения и в крупном размере, понимаете? Организованной группы там нету, окей, ладно, каждый отдельно, не суть. Такие люди наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности. От 10 до 20 лет. Да? На срок до 20 лет или без такового. Вот. И со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет, либо без такового. Возвращаемся к тому, что говорит Михаил Никматов. Михаил Никматов еще в своем первом ролике сказал, что он знаком с материалами дела Муталимовой, да, или как там, не знаю, ну, по крайней мере, в ТикТоке она написана Муталимовой. Муталимовой. Да? Знаком с материалами дела, да? И получается, если он знаком с материалами дела, то он знает, конечно, можете делиться, Анна Шишко, то он знает, что примерно полкилограмма, Миша, полкилограмма, да, или там 250, по-моему, но это тоже просто нереально, да, нереальный просто объем. И, грубо говоря, если, Миша, ты знаком с материалами этого дела, соответственно, ты должен знать, что приговор вынесен был на 10,6, то есть 10,5 лет, хотя минимальный предел 10 лет. Я не понимаю, чем недовольны осужденные, почему именно такие нюансы высказываются в сторону Надежды Михайловны, потому что
Не, Бородкин, да. Бородкин молодец. Да, как Паша сказал, да какие возмущения. Она как раз-таки помогла этим наркодилерам, да, получить минимальные сроки. Да, если у нас наказывают их максимум до 20 лет, Бородкина справилась со своей задачей очень легко. Я хочу спросить вас, Надежда Михайловна, да, сейчас стараюсь держать немного мат. Как вы спите, вопрос, нормально вот таких людей защищать? Да, и той же Тамиле я сказал, что как бы я не знаю, правда это, что твоего мужа подставили, неправда, но она мне перекидывала доказательства, что вы обещали, как всегда, спасти ее мужа, да? Может, там действительно ее мужа подставили, потому что я знаю, как власти Дагестана работают, но факт в том, что вы защищали всех, всю эту группировку, да? А его друзья – это стопроцентные наркодилеры. Как вам спится? Вот еще раз хочется спросить. Нормально, да? Кого вы спасаете? Так, идем дальше, Пашок. Даже познакомившись с материалами этого уголовного дела, Бородкина у нас все равно не перестает быть плохой, да? Конечно, она золотой человек, она защищала наркодилеров. Молодец, Надежда Михайловна. Познакомившись с материалами этого уголовного дела, Бородкина у нас все равно не перестает быть плохой, да? И вот... Идем дальше. И то, за кого, зная материалы дела, за кого? Именно Нигматов. А именно Нигматов. В принципе, пофиг, но вот именно Нигматов с его позициями нереальными просто там... Да, это именно Нигматов был адвокатом наркодилеров, ребят. Туда, зная, что все это стопудов всплывет, то есть ему пофигу на свою репутацию, абсолютно. Угу. А Надежде Бородкиной не пофиг на свою репутацию? Паш, пересмотри мои ролики, где я защищал наркодилеров, я лишь дал высказаться вот этой вот Тамиле, и все. И почему она залила данный видеоролик в ТикТок и написала свою фамилию? Я и специально сказал так сделать. И я сказал, что на нее будет выходить пешка-хейтер. Ну, ты на нее не вышел, но как раз-таки я ожидал вот именно этого ролика, где ты будешь говорить, что вот какой Нигматов плохой, он типа защищает наркодилеров, но ты сам показываешь материалы уголовного дела. Вот, кстати, еще раз я вам покажу, да, где мы видим, что адвокат вот этой группировки наркодилеров, которые, кстати, губят нашу молодежь, Бородкина Надежда Михайловна. Теперь уже, ребят, ну не так уж, да, смешно. Вот такой вот адвокат в деле Влада Бахова, который борется за правду и справедливость и защищает наркодилеров. Идем дальше, там же еще что-то было. В любой ситуации будем там защищать Надежду Михайловну. А ты просто подумайте, кого защищают они? Ребят, вы понимаете, да? Как бы... С нереальным весом. Кого защищаем мы? Дали еще, ну, и не особо много. Давайте еще раз, ребят. Мы в любой ситуации будем там защищать Надежду Михайловну. А ты просто подумайте, кого защищают они? Открыв материалы уголовного дела, нельзя уже сказать, что это фотошоп, вы увидите. Да, и, кстати, посмотрите на официальном сайте суда Дагестана. Вы увидите, что адвокат Бородкина Надежда Михайловна. И, Паш, я чуть-чуть удивился, потому что не стоит забывать, что именно из-за этих наркодилеров ты и сам пострадал. Ну, мне за речь уже многое что рассказала, какие у тебя проблемы были с наркотиками, и по лицу твоему можно увидеть. И вместо того, чтобы сказать, что это как-то странно, да, что адвокат, вот этот вот весь святой, который берет и защищает вот таких вот людей, ты выходишь и разносишь кочу, потому что он типа защищал наркодилеров, но если, ребят, мы посмотрим материалы уголовного дела... Адвокатом как раз-таки этих наркодилеров является Бородкина. И они наоборот говорят, она молодец. Она добилась того, чтобы этим наркодилерам дали плюс-минус по 10 лет, то есть минимальные сроки, да? Потом они выйдут, пускай, да, и еще раз травят. И вот таких, как Паша, уже будет много. Пускай наша молодежь, да, начинает просто подыхать. Да, и спасибо все этим уродам. Да, потому что мое мнение, да, какие 10 лет в жопу? Там минимум 50 лет, да? И как бы... Как вот, я не пойму этих адвокатов, да, Надежда Михайловна, я даже знаю, за какую сумму вы продались, да, но, блин, просто все равно на том свете придется отвечать. И вот то, что Паш там показывал, какую-то Филькину грамоту, фотографию, вот, смотрите, что Коча пишет,
Я такой смотрю на эти диалоги и реально даже не понимаю, о чем вообще речь. Да, он там сам придумал такую сверх там историю. Вот Миша вот так вот задумал, вот сяк задумал, да. И показывает вот эти вот сообщения. И я даже не припоминаю, да, потому что я многим людям пишу и понимаю, что либо это вырвано из контекста, либо это просто обычный фотошоп. То есть, ну, видно, не зря Пашка у нас учился у Юриэля, да, и все-таки вот поступил как он, что неудивительно, да. Хотя, Паш, лучше всего, мой тебе совет, делай запись экрана, да, то есть с переходом на мой аккаунт, что вот, ребята, смотрите, это его аккаунт. А вот такую вот фотографию, вот этот фотошоп, я тоже смогу сделать. Ну, честно говоря, стыд и позор, да. И потом они хотят, чтобы им верили, да. Ну, как бы, ребят, вы уже с черепом устроили цирк, да, и после этого вы думаете, что люди вам будут верить. Ну, как бы, все уже. Как бы песенка закончилась, вам уже никто толком-то доверять не будет. И, ребят, хочу вам продемонстрировать свой прошлый видеоролик, чтобы вы еще раз поняли, что эти люди из себя представляют. Всем спасибо, пока-пока. И некоторые из вас, кто следит за моим инстаграм-аккаунтом, прекрасно знают, что в понедельник мне делали операцию на глаза. И, слава богу, иншалла, она прошла успешно. Я просто, знаете, начинаю смотреть на мир новым взглядом, скажем так, глазами учихи. Да, потому что даже в темноте, я вот сейчас сижу в темной комнате, я вижу просто идеально, да. Максимум просто, что осталось, это, знаете, немного такое затемнение в глазах и эффект битого стекла, ну и, конечно же, кровь в глазах еще не ушла, но это на самом-то деле как бы не так уж критично, это со временем уйдет. Единственное, что мне прописали, опять же, капли через каждые 2 часа приходится делать, да, чтобы все было нормально, без всяких побочек. И время от времени приезжаю в Боткинскую больницу к своему врачу, кто мне проводил операцию, и проверяюсь у него, да, то есть он смотрит, нормально ли у меня проходит восстановление и так далее. Поэтому, ребята, все супер. Почему в темной комнате? Потому что пока что глаза очень плохо реагируют на свет. То есть это нормально, когда после операции на глаза такое происходит. И что я хочу сказать. Совсем недавно, как вы знаете, я выложил то, что мне скинула Тамила. Да, Тамила — это, опять же, клиент адвоката семьи Владислава Бахова, Надежды Бородкиной, которая заявила, как мы все прекрасно слышали, что Бородкина ее там кинула, что она завалила ее дело и так далее. Я вот сейчас пытаюсь понять, да, что именно за дело, да, потому что материалы она мне скинула. У меня у самого, конечно, там есть вопросы, да, к Тамиле, но мы все это потом обсудим, да. И опять же, да, вот что самое странное, да, многие почему-то люди свое внимание обратили на мат Бородкиной, да, что вот она матерится и так далее. Ребят, дело далеко не в мате, в том, что мне скинула Тамила, да, и, кстати, это она слила, как бы, да, так что вот так вот, Надежда Михайловна, наверное, нужно, ну, понимать, что вы говорите своим клиентам, да, и, ребят, я, блядь, сам матерюсь, поэтому не нужно там придираться к мату, да. Я скинул это для того, чтобы Надежда Михайловна Бородкина увидела и поняла, что она наговорила. Ну, она, кстати, увидела. Я вам потом это также продемонстрирую. Давайте просто еще раз переслушаем, да, как она относится к своим делам. Я просто хочу, чтобы, Надежда Михайловна, вы ответили, что это такое за голосовое, да? Типа, что это вообще значило? Тамил, ты знаешь, я тебе говорю, эта неделя, она вообще ёбнутая какая-то. Вот серьезно, ёбнутая. Я по-другому не назову. Как хорошо, что я 7-го еще приехала и вот эти мелочи все добила. Сейчас это Лиза Черновая, херня, блядь. Ходатайство обещала сделать, помочь им, то есть отправила ходатайство, сейчас додела его, то есть его отправить надо ходатайство. Скорили, блядь. Все понавалилось, я тебе отвечаю, ну все понавалилось. И суды, блядь, нахер. Понедельник, вторник у меня, понедельник Ростов, во вторник у меня, получается, слушается Гейдаров. По четвергам Махатилова ставят этого Зафира, ну и наш Новолак. И все тоже, как бы, знаешь, вот на закругление-то скажут, что не идут, блядь. Это вот в концовке у нас все болтается, болтается. И еще, помимо этого, блядь, у меня хорошо хоть от Камала отъебалось сейчас. Этот. Другие же еще там вот эти моменты, кому касаться, кому апелляция. Короче, я не знаю, блядь, я вообще что-то там зарюхалась уже в делах. И вот, ребят, я не понял, а при чем тут маты? Дело же даже далеко не в матах. Еще раз, я сам матерюсь.
Я просто удивился, Надежда Михайловна, что про одно дело вы сказали, что хорошо, что отъебалось. Да, ну типа вы вот так относитесь к своим делам. А второе дело, вы сказали херня, блядь. Или это что-то не так, да? Просто вот хотелось бы услышать ваши комментарии. То есть мне вот это перекинули, да, и перекинул ваш клиент, да, и... Конечно, у меня появились вопросы, да, типа, ну как это так, да, типа, что это за высказывания такие со стороны адвоката? Да, дело еще раз, ребят, далеко не в мате, а в отношении к своим делам, да. И после того, как я это опубликовал, я не хотел говорить это, но, пожалуй, скажу, Надежда Михайловна, придется вас спалить. Может быть, хватит все время следить за мной? Да, если вы не знали, Надежда постоянно смотрит мои сторисы в Инстаграме, но, к сожалению, почему-то не лайкает мои публикации. Постоянно вот находится у меня в Инстаграме. Я только выпущу ролик, сразу она его смотрит, да, прямо в сторисах в Инсте. Вот вам даже пруфы, и давайте я вам покажу, что я ей написал. Ну а вот, ребят, мое и сообщение, которое, разумеется, она посмотрела. У меня теперь глаза учихи, я только опубликовал сторис, а вы сразу же посмотрели. Прошу вас, подайте на меня в суд. Вы понятия не имеете, как меня и других людей травили касаемо этих останков, но время все растает на свои места. Про это Надежда Михайловна, к сожалению, забыла. Скажите людям правду, что вы занимались фальсификацией? СК никогда не говорил о черепе 70-летнего человека, нам всем приходили ответы, зачем вы играете с чувствами людей. Вот, ребят, на самом-то деле, это действительно странно, да, что СК всегда людям отвечал, именно в письменном виде, что, ребят, как бы останки Влада Бахова, да, Бородкина же сказала, нет, там эксперты говорили о каком-то черепе, но где документы, если СК... нам всем отвечал совсем противоположно. То есть, действительно, ребят, какая-то фигня получается, да? И там ее вот этот защитник в маске говорит, вот, мы хотим, чтобы Влада Бахова побыстрее похоронили, но я вообще-то, ребят, заметьте, да, всегда говорил, что я поверю теперь уже только независимой экспертизе за границей. И понятное дело, что я сам готов помочь деньгами, лишь бы сделать это независимую экспертизу, потому что, ну согласитесь, действительно как-то странно, да? То у нас череп старика, то у нас опять там череп 16-летнего человека, то у нас останки могильные, то они не могильные, то у нас у следствия версия криминал, то теперь это ее личная версия. То есть вопросов на самом-то деле гораздо больше. Это просто я сейчас минимум сказал. Не стоит забывать, что ваша операторша Валерия Ветер уже давным-давно нам говорила, что там касаемо останков. Моему лицу это был съемочный день. У нас только закончилась там очередная съемка программы. И про то, что про останки было сказано, что типа не его. Что-то в таком ведь контексте. Короче, блять, и он общался с Ваней, но он реально Ваня не знал, что он собирается выходить в такую трансляцию вот с этой вот хуй. Блять. Смотрит Следственный комитет, смотрит Москва. Говорим, что на останки не его, блядь, понимаешь, или что там, блядь. И про останки, а не его, блядь, эти останки. Это точно его. Везде уже не Смоленский, потому что Москва работала над останками. Это его. Этой записи, ребят, уже больше года. И уже в тот раз Ветер заявила, что работала Москва. Да, и через некоторое время Бородкина выходит и говорит, да, прикиньте, оказывается, вот так-то, так-то, вот чьи это останки. Столько времени прошло, вот первое дело почему-то в России, да, вот такое, что не могут все это время понять, чьи же это останки. Да и спасибо вам, до сих пор непонятно, потому что, камон, да, для чего вот это вот было сделано? Кручу-верчу, всех запутать хочу. Да, и теперь я честно уже сам признаюсь, я реально хочу, чтобы сделали независимую экспертизу, потому что все, что они скажут дальше, простите меня, но я не поверю уже. Как бы, знаете, это мне напоминает историю, когда мальчик все время кричал «волки, волки», а когда они пришли, ему уже никто не поверил. Поэтому я уже за независимую экспертизу и сам лично со своего кармана готов заплатить, лишь бы, чтобы понять, чьи это действительно останки. А то, что вам уже люди не верят, ну, вы сами к этому подвели, потому что не надо было вот так крутить и мутить воду.
И я ни в коем случае не хочу обелить себя, потому что я еще тот засранец, но камон, как бы вы официальный. Я специально подчеркиваю, официальный представитель семьи. Вы ведете это дело. Вы сами кричали, что я раскрою это дело еще в каком-то там 2020 году. Но ладно, будем надеяться. Да, надежда умирает последней. Ну и под конец немного хочу сказать по поводу глаз учихи, что это означает. Глаза учихи на самом-то деле, грубо говоря, видят все. Да, то есть они способны с легкостью разоблачить того или иного человека, что он из себя представляет, какие его намерения, что он хочет сделать и дальнейшие его действия. Да, и придают они тому человеку, который обладает данными глазами, огромную силу и огромный также плюс то, что человек видит в темноте, может там использовать разные техники, да, умеет там хорошо драться. То есть на самом деле преимуществ много, но это на самом-то деле взято из аниме. Ну и поэтому, соответственно, я там в Инстаграме себя уже назвал Михаил Учиха, потому что, ну, немного похож. Там и подписчики мои писали, кто за аниме следит. Ну, просто моего возраста, грубо говоря, однокурсники Михаил Учиха. И я такой, ну, как бы да, почему бы и нет. И знаете, это на самом-то деле офигенное чувство, когда ты лежишь, и тебе в глаз тыкают прямо шприцом, и через некоторое время он отключается. Вот просто, на самом деле, очень такое офигенное зрелище. На всю жизнь запомнил. Вот как-то так, братья и сестры, всем спасибо, пока-пока, будем ждать ответа от адвоката семьи Владислава Бахова.